В Баку простились с первым президентом Азербайджана Аязом Муталибовым. Он скончался после продолжительной болезни на 84-м году жизни. С подробностями Кемран Гусейнов. Прощание с Аязом Муталибовым прошло в культурном центре Государственной службы безопасности. Проститься с первым президентом пришли члены его семьи, чиновники и общественные деятели. Он был прекрасным экономистом и в период своего президентства наладил связи с рядом стран. А после того, как отошел от дел и эмигрировал в Россию, жил просто и скромно. Аяз Муталибов около месяца проходил лечение в центральной клинической больнице. Он перенес инсульт и микроинфаркт. Состояние бывшего политика ухудшилось, и он не мог ходить. До 84-летия Аяз Муталибов не дожил чуть больше месяца. После церемонии прощания гроб с его телом доставили на первую аллею почетного захоронения, где состоялось погребение. Члены семьи выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за помощь в организации похорон. Аяз Муталибов занимал пост президента Азербайджанской ССР, а с 1991 по 1992 годы был первым президентом независимой республики.